Это лето. Ну что ж, ребята, сегодня нашей команде полгода, ёпта! А, как же быстро время пролетело, блин, еще и ночь наступила. Блин, это плохо. Может пойти поспать, а потом? А дальше будем праздновать. Слушайте, пойдемте поспим, а реально. Блин, все, вся ночь прервала наша вот вообще вот это. Ладно, ну что ж, я ставлю тортик. Его сразу не есть. Его сразу не есть, пацаны, я ставлю. Первый пошел. Второй пошел. Стопэ. Ну что ж. Каждый пожелал, сегодня полгода команде, так скажем, мини-день рождения. Так что сегодня каждое свое голосовое записал. Давайте лучше это в конце, наверное, сделаем. Так что окей. Все, ты купаться! Давайте купаться! Купаться все идем купаться! Ёпта! О, ребят, как видите, мы вчера с Кингом все вот это вот подготовили. Да, мы вообще хотели здесь вот праздновать, но все же. Пацаны, я с вами! Бульк! Вот это кай, вообще, пацаны! Пацаны! Мы еще своих собак привели! Макс вообще тут. Макс тут вообще какой-то вообще. Ага. Так. Покормлю-ка я своих собак. Юху. Так, чё? Ну, ё-моё, дождь, Стафик, ну почему? О, чё тут у тебя? Молодец. Слушай, ты бы, наверное, себе бы её оставил. Ну, ладно, окей. Так, покормлю-ка я своих собак, наверное. Так. Давай, ты пойдёшь. Так, давай. Ты... Чё? О, правильно. Так, и тебя покормим, и последнего надо. Бля, а вот мясо есть. Всё. Смотри, у меня там ещё мяско, у меня баранина чисто тута. Ребята, сегодня нашей команде исполняется просто, вот вообще шикарно. Короче, я, наверное, сейчас буду попробую поискать, по крайней мере, трек «Это Новый год». Попробую его поискать. Поискать. Нет, я его не попробую, я его найду обязательно, у меня на канале же есть. У меня телевизор есть, все отлично. Вообще бы я мог включить у Алисы, у нее, у меня есть, кто не знал. Я бы на ней мог включить, но она говорит о том, что этот звук песни это недоступно. Я вообще не понял, типа, чё? Гроза еще это вообще не вовремя. Такой шикарный. Вот, нашел, нифига быстро. Нашел. Так, давайте сейчас Кинга дождемся и включим музон. Ладно, господь. Я и говорю, погнали поспим, потому что реально невозможно. Скрипер подойдет, еще и дождь с грозой. Вы понимаете, какая-то дичь? Все, идем спатеньки. Сейчас быстренько поспим.
быстренько поспим. И продолжим дальше отмечать. Сегодня, ребят, мы чисто отдыхаем. Сегодня мы чисто отдыхаем. В следующей серии мы уже займемся чем-нибудь. Например, построим домик для жителя. Потому что, как помните, ребят, в прошлой серии мы вылечили жителя. Давайте спатеньки и отправимся дальше, как я сказал, отмечать. Пацаны, давайте, отмечаем, пора. Все к бару. Сегодня у всех выходной. Сегодня у всех... Да ёшкин кот! Сегодня у всех выходной. Все, сегодня у всех выходной. Что такое? Так, опа, что тут у тебя? Водичка, классно. Ну что ж, давай. За команду. Стоп, что, Блин, я уже почти выпил, ёпта. Не, кому-то там машешь. Чё? Давай, чокнемся, давай. Хоп, давай, раз, два. Хоп. О, хорошо. Так, конечно, осуждаю вот это все, но сегодня как бы полгода. Так, и покормлю я так. Кого я не кормил? Блин, тебя и вот тебя. Все, вот вас я кормил уже, не надо тут. Че, я собак своих кормлю. О, давай еще раз. Или нет? Че смотришь? А, ладно. Я надеюсь, не то, что я выпил. Все, я присяду. Так, а, точно, надо вот положу. В смысле? Ты что, офигел? Купаться? А, ой. Так, подожди, стоп. Терму, ну ладно, у терма хоть и есть еда, но я ему все же дам. Держу. Все, типа, держи тебя жареные. Так, Денчику надо, Дэн, ну дай, Дэн, стой! Стой! Ладно. Уй, опа, вообще кайф, ребята, отмечаем. Юху, да, согласен. Давайте с дерева. Пацаны, с дерева. Давайте. Сегодня, конечно, не все собрались. У Лея какие-то дела, он куда-то уезжает. Там интернета у него нету. Он не смог прийти. Да, согласен. Кто там у нас еще? Рома. Рома, я вообще не знаю, где. Если он спит, я не удивлюсь. Хотя, какой спать. Ну ладно. Уй, оп, каба. Просто бомбочкой. Сейчас. Вот, ребят, смотрите, как тут у нас кайфово. Давайте сейчас в баньку сходим, реально. Давайте в баню. Так, все в баню. Чекайте, что там? Давай. Все в баньку, пацаны. Баньку, давайте. Ты подвинься вообще. Давай, оп. Так, у меня как раз вот что есть. Хоп. Вообще зажигаем. А, кстати, включаю трек. Включаю трек, это новый, да боже, так, это, так, да ёпта! Так, раз, давай, оп. Ой, я уже тебе по пузу ударил. Ну все, давайте водичку. Ну что ж, включаю. Так, выключаю. Включаю, пацаны. Пришел. Это новый год, Это новый год, запасе все мандаринами, отмечаем подходим, даже криперы с нами. Чувствую сейчас на плечах, конечно, наступила, лама такая крутая, что с нами запустила.
Песня выходит, бит качает, рыжий тапчик зажигает. Песня выходит, бит качает, я тут тоже зажигаю. Это Новый год, отмечаем всему нас. Ты просто сливки танцуют, а мы едим морковь. Словно крышки на денок, уже ночь, но не похоже. Это Новый год, запустите мандарины. Отмечаем этот праздник, даже крикер установил. Что это по елке? Это Новый год, если... Хоп! А я захавала и риску. Это Новый год, запустился мандарины. Отмечаем этот праздник, даже крикер установил. 6000 карточек, наконец-то спустя. Вам такая фантазия, с нами запустить. Господи, мать моя женщина. Так, ну чё, может, так, ну у нас больше как бы, подожди, у нас же есть, не, вот один трек, я могу себе купить. Я его не буду включать, потому что, ну, нам с Кингом и вообще всей командой он так себе нравится. Ну что ж, давайте сидим по тортику, ёпта. Так, каждый по кусочку тортика. Каждый по кусочку тортика. Пацаны! Так, каждый по кусочку съедаем. Давай. Раз. Раз. Съедай один, давай. Хоп, молодец. И давай. Все, вообще. Макс! 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 А Макс куда? Макс! Ну, почему Макс все время куда-то уходит? Макс! Пойду в баню его проверю. Может, он в бане там засел? Может, там сидит он? Я понять не буду. А где Макс? Почему Макс все время куда-то уходит? Я понять не могу. Макс, надо ему обязательно сесть по тортику ради команды. Ладно. Так, ну что ж, чекайте. О, прыгай, давай! Прыгай! Да, прыгай, давай! Хоп-хоп. Я знаю, откуда я сейчас прыгать, пацаны, буду. Я знаю. Смотрите! Эй, пацаны! Чекайте! Чекайте, смотрите где! Так. Я сверху. Вэт, я тут-то! Чё, всё, я прыгаю, давайте. Опа, ещё и курица тут у нас ещё и курица тут купается. Мать моя женщина, господи. Всё нечисто, ребят, начали на расслабоне, чисто отмечаем. Вот мы приготовили тортики. Обязательно надо будет съесть второй. Ну, или можно будет его оставить уже там, вот, например, кому? Роме и Илле можно будет оставить, чтобы они тоже съели по тортику. Так, ну что ж, пацаны, давайте будем уже говорить пожелания, типа, вот это все. Мы записывали голосовые. Надеюсь, все будет нормально. И надеюсь, все будет окей. Так что... Ну что ж, давайте... Сажусь за столик, вы подходите ко мне и говорите свои пожелания. Так, давайте я сажусь где-нибудь, вот здесь сяду вот так вот, и давайте. Ребят, я уже сказал. Макс, смотри, тортик съешь, тортик! Съешь сейчас по одному, вот, съешь. Макс, вот тортик, тортики, ты тортики мне? Давай, съедай по тортику, вот по этому тортику съедай. Давай. Откуси тортик, да, вот этот. Все, он укусил? Вроде бы укусил. Ну все, вообще классно, ребят, кайфуем вообще. Ребят, это полгода команды. Мы создали ее, эту команду создали в 24-м году, 13 января. Кто съел? Не, я не ел. Ладно, еще один тортик есть. Еще один тортик есть. Так. Ну что ж. Ну, мы его... Что, будем его есть или как? Не, давай. Я думаю, его не хвал. Я сейчас прыгну. Так, откуда бы прыгнуть? Пойду с дерева. С дерева, пацаны, в басик. Блин, ночью вступает. Я думаю, сейчас мы поспим и начнем говорить, ребят, пожелания нашей команде. Вот, надеюсь, еще раз говорю, все получится. Давайте, оп, бомбочкой. Так.
Вот почему Макс все время делает работу. Вот Макс, видно, единственный, кто хочет работать, видно, ему. У него дела. Жена, детей кормить надо. Я про арбузы, ребята, если что. Блин. Ладно. Ну что ж, давайте сейчас поспим и все, будем заканчивать уже, потому что, ну все, мы уже подпраздновали, мы в бассейне побыли. Собак приверили, тортика поели. Пора говорить пожелания. Давайте пойдемте спать и пожелания говорить. Давайте, я один кусочек съел, давайте, сказали, давайте. Так, кайф ночью, ага. Кто съел вдвойне, кто? Кто вдвойне съел, я видел. Кто-то съел. Терм, это же ты, да? Это ты. Блин, оставляем все оставшееся Максу, походу. Все, погнали. Хотя, давайте. Говорим пожелания, пора уже заканчивать серию. Поздравляю вас с полгодом команды. Всех с полгода команды. Всех с полугодием команды. Желаю всем успехов. Ребята, поздравляю вас с полгода команды. Поздравляю вас всех с полгода команды.